Вот так вот можно сортировать массив кучей так, чтобы происходило все на месте, без использования какой-либо дополнительной памяти и без использования рекурсии, как видите. Нам дан в алгоритме в этом на вход массив А, как обычно. Давайте первое, что сделаем, это сделаем из массива А кучу. Что это значит? Это значит, мы внутри массива А переставим элементы так, чтобы они стали удовлетворять свойству max кучи. Мы с вами помним, что кучу можно себе представлять, ну, массив можно представлять себе как кучу, где там у каждого, у итого элемента, его родитель это и пополам, а его дети это 2i и 2i плюс 1. Ну вот, если массив размера n рассмотреть как такое полное двоичное дерево, тогда можно сказать, что он удовлетворяет свойство кучи, свойство max кучи, если значение в каждой вершине больше либо равно, чем значение в ее детях. Соответственно, можно так переставить элементы в массиве А, чтобы А стал удовлетворять вот этому свойству. Эту процедуру мы подробнее с вами разберем чуть позже. Сейчас давайте пока просто считать, что мы так умеем делать. На самом деле мы с вами даже покажем, что это можно сделать аж за линейное время. Это немножко удивительно, но вот можно. Дальше сделаем следующее. Давайте заведем переменную size. Переменная size будет отвечать вот за что. В каждый момент времени мы нашу кучу будем уменьшать. Мы там будем из нее вытаскивать какой-то элемент и что-то с ней делать. Вот переменная size будет отвечать за то, в какой части массива у нас лежит куча. То есть в общем случае выглядеть будет так. У нас вот есть индекс 1, вот индекс size, а вот здесь индекс n. Вот здесь вот будут лежать элементы кучи. Все остальное это будут уже элементы, которые мы трогать никогда не будем. Так вот, изначально мы говорим, что весь наш массив это куча. Дальше мы делаем такой цикл, где i бежит от n до 2, и делаем следующее. Давайте наш элемент, вот этот вот, который size, ну, изначально size вообще равен n, давайте посмотрим на наш массив A. Он у нас является max кучей, это означает, что в его корне, в корне соответствующего дерева, лежит сейчас максимум. Значит, можно этот максимум достать и положить просто в конец нашего массива. Ну, давайте так и сделаем. То есть мы обменяем первый элемент, вот в самом начале обменяем первый и последний. Итого максимум будет на месте, после этого мы уменьшим size на единицу, то есть скажем, а теперь давайте считать, что куча это просто наши первые size, наши первые n-1 элементов, и после этого надо сделать еще одну важную вещь. У нас теперь на первом месте стоит не максимум, а вообще какой-то элемент, который мы обменяли с int, то есть непонятно, что там стоит. Вот это непонятно что, надо бы как-то восстановить свойство кучи, и мы помним, как это восстанавливается. Надо просто дать этому элементу, надо его утопить. То есть надо вызвать процедуру вот просеивания вверх, sifdown от a и 1. Это произойдет, но после этого мы сделаем то же самое. У нас теперь куча занимает первые там n-1 элементов, вот здесь вот. Значит, максимум у нее лежит вот здесь вот. Ну, давайте этот элемент поменяем вот с этим. Итого, и забудем про этот элемент, опять size уменьшим. Итого, последние два максимальных элемента будут уже в конце, ну и мы так продолжим. То есть мы массив наш отсортированный будем заполнять справа налево. Еще раз, чтобы было понятно, зачем тут переменная size вообще у нас как-то уменьшается периодически, вот здесь дано замечание. Переменная size на самом деле неявно используется еще здесь в процедуре sifdown. Sifdown, когда она там утапливает элементы, она все время вычисляет там индексы детей. Так вот, когда индекс ребенка вычисляется, проверяется, попадает ли он в отрезок от 1 до size. Если не попадает, то мы просто считаем, что такого ребенка нет. Ну вот, этот алгоритм уже сортирует все за то же самое время n log n и делает это на месте. Осталось нам разобраться только, как строить кучу, как, в смысле, по данному массиву переставить его элементы так, не используя еще и дополнительной памяти, чтобы они удовлетворяли свойству max кучи. Да вот просто взять и написать вот такие две строчки кода простые. То есть мы пойдем от n... Будем уменьшать и от n пополам до единицы, и каждому элементу дадим просто всплыть. Давайте я на какой-нибудь картинке поясню, что же при этом произойдет. Вот. Напомню, что когда мы организуем кучу на массиве, то куча
это такое полное двоичное дерево. Ну, да, полное двоичное дерево. То есть у него заполнены все уровни, кроме, возможно, предыдущего. Ну и последний заполнен непрерывно слева направо. Ну, то есть в этой куче, например, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 элементов. Вот заметим, что 10 элементов, причем они пронумерованы вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть n равно 10. Здесь предлагается начать от элемента n пополам и уменьшать до единицы, и давать просто каждому элементу просеяться. Ну вот чему это соответствует? Это соответствует тому, что мы, идя снизу вверх, будем постепенно чинить свойства кучи во всех поддеревьях. То есть изначально у нас просто вот здесь, вот в этих вершинах 1, 2, 3 и так далее, 10, стоят соответствующие элементы массива А. Свойство кучи может быть нарушено просто чуть ли не там во всех внутренних вершинах. Но вот мы для всех внутренних вершин будем его потихоньку чинить. Вот первая внутренняя вершина — это 5, это n пополам. Для нее мы вызовем процедуру sieve-down. Что после этого произойдет? Ну, вершина 5, возможно, поменяется с вершиной 10, а возможно, нет. Но так или иначе, в вершине 5 после этого свойство кучи будет выполнено. Почему мы начинаем со внутренней вершины? Ну, потому что во всех листьях свойство кучи выполнено. У них просто нет детей. Там свойство кучи негде быть нарушенным. Для вершины 5 выполнили, поэтому потом пойдем к вершине 4. И для нее уже вызовем вот эту процедуру тоже восстановления свойства кучи. Она, возможно, куда-то утопится, может, не утопится, но так или иначе здесь потом свойство кучи будет выполнено. После этого мы пойдем в вершину 3. Там что-то сделаем, но вот потом пойдем в вершину 2. Вот здесь давайте все-таки так чуть аккуратнее скажу. В вершине 2 вот что нам важно. Во всем дереве, в котором вершина 2 является корнем, и мы в ней сейчас будем чинить, в ней снизу уже все хорошо. Свойство кучи в нем теперь может быть нарушено только в самой вершине 2. Если вы помните, нам это было довольно важно для процедуры вот просеивания вниз. Ну, поэтому, когда мы вызовем просеивание вниз, все, свойство починится, и все будет хорошо и в вершине 2. Ну и, наконец, мы вызовем починку свойства в вершине 1. Ну и тоже, когда в вершине 1 будем вызываться, мы уже знаем, что во всем поддереве с корнем в вершине 2 и во всем поддереве с корнем в вершине 3 там все уже хорошо. Там свойство макс-куча уже выполнено. Поэтому просто вершина 1 утопится куда надо, и после этого свойство кучи будет восстановлено. Итак, мы объяснили, как это сделать. Ну и видно, что здесь происходит там n пополам вызовов операции просеивания вниз. Значит, уж явно это все работает не дольше, чем n log n. Поскольку любая операция с кучей, ну вот в частности sieve-down, работает log n, то и хорошо. С другой стороны, мы сейчас с вами покажем, что n log n — это на самом деле грубая оценка. Интуитивно вот почему эта оценка довольно грубая и почему есть надежда получить что-то более быстрое. Ну, потому что, смотрите, вот здесь вот для элемента там, не знаю, 5 и 4, для них это самое sieve-down, оно работает довольно быстро. Нам не надо явно тратить время log n на то, чтобы утопить эти элементы. Они очень близко к листьям. Их надо либо поменять с листьями, либо нет. Соответственно, чем выше мы поднимаемся, тем процедура sieve-down становится нам дороже, то есть она работает все больше и больше, но с другой стороны, чем выше мы идем, тем меньше становится вершин. Поэтому у нас есть много вершин, для которых sieve-down работает быстро, но есть мало вершин, для которых медленно. Поэтому есть надежда аккуратнее все это оценить и получить, что время работы здесь не n log n, а на самом деле u от n. Вот это мы сейчас и сделаем. Итак, формально давайте смотреть, что происходит. Вот куча схематично у нас показана так на картинке слева. То есть это такое полное дерево, у которого все уровни заполнены, кроме, возможно, последнего. Давайте смотреть, сколько же у него вершин на каждом уровне. Ну вот на первом уровне там две вершины, ну вот на этом, на самом верхнем, потом одна вершина, потом две, потом четыре, ну и так далее. На последнем самом уровне будет там не больше, чем n пополам вершин, на предпоследнем не больше, чем n на 4, ну и так далее. Можно даже так считать пока что просто. Это ровно n пополам и ровно n на 4. Давайте смотреть теперь, сколько же для соответствующих вершин будет занимать операция просеивания вниз. Ну вот для последнего уровня давайте аж напишем 1, хотя там, не знаю, никаких обменов не делается, там просто мы увидим, что у них нет детей и все. Для каждой вершины со следующего, когда мы идем снизу уровня, будет там не больше, чем 2 просеивания. Ну и так далее. 1, 2, 3 и так далее доходит до log n, до логарифма двоичного n.
соответственно, все время работы, которое мы потратим вот на просеивание там всех этих вершин, можно оценить вот так вот. Итого у нас есть вот там n пополам вершин, ну не больше, чем n пополам вершин, на которых там не больше, чем один обмен происходит при просеивании, n на 4 вершины, при которых 2 обмена, ну и так далее идет до там одной вершины, для которых время, до которой будет время log n. Получается такая сумма: n на 2 умножить на 1, плюс n на 4 умножить на 2, плюс n на 8 умножить на 3, ну и так далее. Давайте даже считать, что эта сумма идет до бесконечности. Нам там не очень важно, что это все заканчивается в log n. Значит, вот такая вот мы загрубили сверху n умножить на такую сумму, а вот про эту сумму, как ее суммировать, на самом деле не очень понятно, как найти, но мы сейчас покажем, что эта сумма просто равна 2. То есть вся операция построения кучи на самом деле даже занимает не более чем... то есть утапливание произойдет, обменов элементов произойдет не больше, чем 2n. Так, осталось нам просуммировать вот такой вот ряд. 1 поделить на 2it. Есть несколько способов. Мы с вами представим такой симпатичный геометрический способ. Во-первых, давайте вспомним, как суммируется вот такая штука. 1 вторая плюс 1 четверть плюс 1 восьмая плюс 1 шестнадцатая. То есть сумма обратных степеней двойки. Мы знаем, что это равно единице, и мы знаем такой способ геометрически это доказать. Но как понять, что это единица? Ну, потому что каждый раз, когда мы просто прибавляем очередное число, мы уменьшаем себе расстояние до единицы вдвое. Вот у нас был отрезок единица, но дальше мы прибавили 1 вторая. Это то же самое, что мы вот от текущего отрезка отгрызли вот этот вот кусок. Все, его больше нету. Дальше кусок получился длины 1 вторая, вот который справа остался. Ну, дальше мы отгрызли от него его половину, это 1 четверть. Ну, вот отгрызли, остался кусок опять-таки длины 1 четверть. Давайте отгрызем еще половину, ну вот 1 восьмая будет. Ну и так далее. Понятно, что мы таким образом, каждый раз прибавляя очередную степень, обратную степень двойки, мы уменьшаем длину текущего оставшегося расстояния вот до этой штуки вдвое. То есть никогда она, соответственно, меньше нуля не станет, никогда мы не превысим. Ну и вот в пределе как раз эта вся сумма и равна единице. Вот, это удобно так себе представлять, как происходит. Нам же надо просуммировать какую-то более неприятную штуку, там 1 вторая плюс 2 четверти плюс 3 восьмые. Ну давайте тогда вот что сделаем. Вот у нас сверху нарисованы отрезки 1 вторая, 1 четверть, 1 восьмая, 1 шестнадцатая. Давайте их друг под другом расположим вместе с единицей, причем выровняем по правому краю. Вот как показано на рисунке. 1, 1 вторая, 1 четверть, 1 восьмая и так далее. Теперь... Ну, мы знаем, что сумма всех этих отрезков равна двойке. Мы только что доказали, что 1 вторая плюс 1 четверть плюс 1 восьмая плюс и так далее, это равно единице. Ну и плюс еще у нас в начале есть единица. А теперь давайте вот как посмотрим. Давайте проведем вот такие вот вертикальные линии, ну просто по всем концам левых отрезков, и заметим вот что. То есть теперь постараемся просто просуммировать наши отрезки такими кусочками. Ну... Что у нас здесь есть, мы видим, между вертикальными линиями? Во-первых, есть вот такой вот кусок длины 1 вторая. Вот она 1 вторая. Во-вторых, следующий кусок у нас, конечно же, длины 1 четверть. И у нас есть два таких куска. Вот они, две копии 1 четверти. Дальше есть, и так это 1 вторая, вот это 1 четверть. Дальше есть три куска длины 1 восьмая. Вот они, три копии отрезка длины 1 восьмая. Мы их учли. Ну, дальше следующая там вертикальная должна прямая была пройти здесь. Здесь 1 шестнадцатая, и их действительно будет 4 копии. Вот они учтены. Итого сумма, вот таким образом, сумма, которая у нас здесь написана, это и есть сумма просто всех наших отрезков. Понятно, что когда мы устремим к бесконечности вот это вот количество этих вертикальных отрезков, то мы просто просуммируем все эти наши куски. Соответственно, сумма будет равна 2. Итого, что мы получили, что время работы построения кучи линейно. Это на самом деле довольно удобное свойство. Если вам дан массив, то вы из него кучу можете сделать за линейное время, да еще и с довольно маленькой скрытой константой. Все, давайте резюмировать. Итак, мы с вами рассмотрели алгоритм сортировки кучей, который работает за n log n. То есть первое, что мы с вами сделали, это сказали, что вообще-то, если иметь очередь с приоритетами, реализованную кучей, то алгоритм сортировки за n log n получается просто сразу. Свалили все элементы нашего исходного массива в кучу, а потом достали оттуда минимум один за другим. Ну и там вывели, не знаю, напечатали, либо запихали все эти минимумы в
выходной массив. Вот получился алгоритм сортировки за n log n с небольшим недостатком. Он не является сортировкой на месте. Но дальше мы сказали, что вообще-то несложно переделать его так, чтобы он сортировал все на месте. Более того, ну да, сделать надо так. Надо в исходном массиве переставить элементы так, чтобы он стал кучей, ну макс кучей в частности, и сделать это можно аж за линейное время. Ну а после этого просто да, потихоньку доставать максимум и ставить их в конец массива. Получился таким образом алгоритм, который сортирует за n log n на месте. И это такой довольно хороший, ну, крепкий, уверенный алгоритм, который мало того, что на месте, еще и в худшем случае за n log n сортирует. Быстрая сортировка все-таки его обгоняет, но зато этот алгоритм всегда железно работает за n log n.